Всем привет! Сегодня я покажу вам 5 лучших зимних отелей в Шарм-эль-Шейхе. Эти отели находятся в безветренных бухтах и оснащены бассейнами с подогревом. Как вы знаете, зимой в Египте достаточно ветрено и прохладно, поэтому стоит очень тщательно подойти к выбору отеля. Предлагаю вам вместе ознакомиться с данным перечнем отелей. Поехали! Пятое место. Штайгенбергер Аль-Казар. Пятизвездочный отель Штайгенбергер Аль-Казар расположен на побережье Красного моря в 15 минутах езды от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх. К услугам гостей частный пляж, спа-центр и 7 ресторанов. Частный пляж этого отеля расположен на первой линии. Отель предназначен для туристов любого возраста, но без домашних животных. Штайгенбергер Аль-Казар построен в восточном стиле. Комплекс был открыт в 2017 году, так что отель совершенно новый. В целом гости считают, что отдых в этом отеле проходит спокойно и романтично. Рейтинг отеля составляет на Google 4,8 балла, на Booking 9,4, а на TripAdvisor 5 баллов ровно. Рейтинг отеля заслуженно очень высокий, ведь Штайгенбергер Аль-Казар – это идеальное место для отдыха. Здесь вас ждет отличное питание, великолепный дизайн, замечательный пляж и бассейны. Сразу со входа вы ощутите, что этот отель по-настоящему сказочный. Прекрасная архитектура корпусов выполнена в марокканском стиле. Всюду вас окружает чистота и порядок. На территории отеля есть 3 больших и красивых бассейна, и все они подогреваются в зимнее время года. Пляж оборудован всем необходимым. Единственный недостаток – это отсутствие пологового входа в море. Но зато есть длинный понтон. Коралловый риф у отеля великолепный, что порадует любителей снорклинга и дайвинга. Питание в Штайгенбергер Аль-Казар очень вкусное и разнообразное, а номера просторные и ухоженные. Для детей в отеле есть детская игровая площадка и детский клуб с аниматорами. Четвертое место – Риксос Шарм-эль-Шейх. Пятизвездочный отель Риксос Шарм-эль-Шейх расположен на побережье Красного моря, в 8 километрах от аэропорта Шарм-эль-Шейха. К услугам гостей песчаный пляж, 7 бассейнов, 7 ресторанов с обслуживанием по меню и 9 баров. Пляж отеля расположен на первой линии. Все гости Риксос Шарм-эль-Шейх могут бесплатно посещать аквапарк, который находится в отеле Риксос Сигейт. Комплекс был открыт в 2012 году, а его последняя реновация проводилась в 2022 году. В целом гости считают, что отдых в этом отеле проходит очень роскошно и изысканно. Рейтинг отеля составляет на Google 4,9 балла, на Booking 9,3, а на TripAdvisor 5 баллов ровно. Территория отеля Риксос Шарм-эль-Шейх очень красивая. Шикарные бассейны, множество пальм, цветов и зелени. Все смотрится очень стильно и эффектно. В зимнее время года обычно обогреваются 3-4 бассейна. Пляж в отеле похож на Штайгенбергер Аль-Казар. Тоже есть все необходимое, понтон для входа в море и роскошный коралловый риф со множеством рыбок. Питание в отеле очень разнообразное и вкусное. Номера очень просторные, светлые и оснащены всем необходимым. Уборка в номерах проводится каждый день. В целом Риксос Шарм-эль-Шейх – это настоящий пятизвездочный отель в Египте, в котором вы насладитесь роскошным и очень качественным отдыхом. Третье место – Риф Оазис Блю Бэй Резорт энд Спа. Пятизвездочный отель Риф Оазис Блю Бэй Резорт расположен на побережье Красного моря. Расстояние до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха составляет 20 километров. К услугам гостей великолепный песчаный пляж, закрытый от ветров, 6 бассейнов, аквагорки для взрослых и детей, шикарный коралловый риф, 8 ресторанов и баров и 1 плавательный бассейн, который подогревается в зимнее время года. Частный пляж этого отеля расположен на первой линии. Среди удобств и услуг 3 джакузи с видом на море, детский бассейн, водные горки и бесплатный трансфер по территории комплекса. Отель предназначен для туристов любого возраста, но без домашних животных. Комплекс был открыт в 2007 году, а его последняя реновация проводилась в 2019 году. Рейтинг отеля составляет
на Google 4,6 балла, на TripAdvisor 4,5 балла из 5. Отель Reef Oasis Blue Bay Resort имеет потрясающе красивую, чистую, ухоженную и достаточно большую территорию. Пляж отеля находится в безветренной бухте и поэтому хорошо защищен от ветров, что очень важно в зимнее время года. На пляже есть несколько песчаных лагун, которые отлично подойдут для маленьких детей. Коралловый риф здесь один из лучших во всем Шарм-эль-Шейхе. Питание в Reef Oasis Blue Bay Resort на очень высоком уровне. Широкий выбор блюд в двух основных ресторанах не оставит равнодушным никого. Также есть а-ля-карт рестораны. Номера в отеле просторные, но уже устаревшие. Поэтому рекомендую брать любой номер категории выше, чем стандарт. Если вы планируете отдых с детьми, то здесь они точно не заскучают. Для них в отеле есть множество развлечений, аниматоры, детский клуб и прочее. И последний плюс – это Wi-Fi, который действует по всей территории отеля и даже на пляже. Второе место – Savoy Sharm el-Sheikh. Курортный отель Savoy Sharm el-Sheikh расположен на побережье Красного моря. Расстояние до международного аэропорта Шарм-эль-Шейха составляет всего 8 километров. Отель окружен тропическим природным ландшафтом и расположен прямо на пляже в центре площади Сохо. К услугам гостей частный пляж, 5 плавательных бассейнов и инфраструктура для занятия водными видами спорта, включая дайвинг и снорклинг. На территории также есть теннисные корты и корты для игры в сквош. Частный пляж этого отеля находится на первой линии. Отель предназначен для туристов любого возраста, без домашних животных. Комплекс был открыт в 2001 году, а его последняя реновация проводилась в 2018. В целом гости считают, что отдых в этом отеле проходит спокойно и романтично. Рейтинг отеля составляет на Google 4,6 балла, на Booking 8,6, а на TripAdvisor 4,5 баллов из 5. Курорт очень красивый и ухоженный. Здесь очень много пальм, экзотических цветов, растений. Территорию украшают различные цветочные композиции и скульптуры с растениями. У отеля есть несколько обогреваемых бассейнов. Пляж в Savoy Sharm el-Sheikh нормальный, но немного маловат. Оборудован солнцезащитными зонтиками и удобными шезлонгами. Коралловый риф здесь тоже достойный. Питание в отеле по системе все включено, однако разнообразием и большим выбором блюд Savoy не может похвастаться. Номера содержат все необходимое, но есть мелкие недочеты, вроде неработающих кондиционеров или неприятных запахов из ванной комнаты. Но такие небольшие неприятности можно встретить практически в каждом египетском отеле. Для детей в Savoy Sharm el-Sheikh есть отличный детский клуб, детский бассейн и детская площадка. Аквагора, к сожалению, нет, как и нормальной детской анимации. Первое место – Sultan Gardens Resort. Пятизвездочный отель Sultan Gardens Resort расположен на побережье Красного моря в 6 километрах от аэропорта Sharm el-Sheikh. К услугам гостей частный пляж и 5 открытых бассейнов с панорамным видом на остров Тиран. Частный пляж этого отеля расположен на первой линии. Отель предназначен для туристов любого возраста, но без домашних животных. Комплекс был открыт в далеком 99 году, а последняя реновация его проводилась в 2019. В целом гости считают, что отдых в этом отеле проходит очень активно и весело. Рейтинг отеля составляет на Google 4,7 балла, на Booking 8,8, а на TripAdvisor 4,5 балла из 5. Территория отеля просто потрясающая. Везде все чисто и ухожено, много экзотических цветов, аккуратно подстриженных кустов и пышных пальм. Фотографии у вас выйдут просто великолепные. В отеле есть 5 больших бассейнов, 3 из которых обогреваются зимой. А один бассейн предназначен только для взрослых и оборудован гидромассажной ванной и баром у кромки бассейна. Пляж в Sultan Gardens Resort отличный, оборудован всем необходимым. Для входа на глубину есть 2 пирса, а у берега отличный вход для деток. Коралловый риф здесь обалденный. Не нужно заказывать никаких дополнительных экскурсий, так как вся красота находится прямо перед вами.
Некоторые утверждают, что коралловый риф здесь самый красивый в Шарм-эль-Шейхе. Питание в Sultan Gardens Resort на очень высоком уровне. Разнообразие блюд поражает глаз, и еда действительно очень вкусная. Номера в отеле очень светлые и просторные, вот только мебель немного старовата. Но в целом все удобно и комфортабельно. Для детей в Sultan Gardens Resort есть отличный детский клуб, игровая площадка и детская анимация. Аквапарка в отеле нет, к сожалению. Друзья, напишите в комментариях, согласны ли вы с этим списком отелей или нет. Возможно, я забыл о каком-то безветренном отеле, который тоже идеально подходит для отдыха в Шарм-эль-Шейхе в зимнее время года. Буду рад почитать все ваши комментарии. Кстати, более подробные обзоры всех упомянутых отелей вы сможете найти на нашем канале. И никогда не забывайте, что окончательный выбор всегда остается только за вами. И только вам решать, стоит ли лететь на отдых в эти отели или нет. А пока вы думаете, я рекомендую посмотреть также вот эти наши видео о других лучших египетских отелях. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые обзоры. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новом отеле.